Вась Васич, как доберемся, бро? Либо точилу поймаем, либо маршрутчиком договоримся. Ну а как еще? Так, вот мы вышли к дороге. Остановились, ребят! Потому что мы все толпой. Потому что, Катя, я опасный! Это небезопасно! А че мы встали-то сюда? Здесь остановка, дождемся, может маршрутка какая-то подъедет. Да? Еще раз сделал так, еще почупсом. Одену футболку, приду. Да все, я одену. Лия, сразу фундюцу. Ладно, ладно. Короче, мы сели в маршрутку. У нас ни хера нет денег. Че думаете? Нас могут выгнать, говорит Ксю, скажи там. Ну, может быть, кто-то из пассажиров, если мы споем, кто-то оплатит. Нас 6 человек, им нам сказали добираться, у нас задание добраться до парка Горького. А еще день. Сегодня день матери, поэтому, если здесь есть мамы, поздравляем вас всех с праздником. Мы поздравляем всех праздником. Да, пусть у вас всех все будет хорошо. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Что тут происходило? Здорово. Здесь было вообще так круто. Ребята поднимали всем настроение, пели песни, поздравляли всех с днем матери вообще. Милота. Такие классные. Было круто. Теперь... Как вас зовут? Настя, спасибо, что отметила нас в истории. Приятно, что вы подняли все настроение. Выпусти людей. Да. Я вас выпускаю. Простите, что я задержал. Короче, мы вышли. Мы находимся около станции метро, вообще вонючий. Здесь непонятно что. Сейчас нам нужно заработать 500 рублей каким-то образом. Потому что мы выяснили, что проезд стоит 50 рублей. И нам, короче, надо как-то сейчас добраться до парка культуры. Как вы думаете, ребята, мы заработаем сейчас 500 рублей, чтобы поехать на метро? Попытаемся заработать хоть какие-то деньги. Спасибо огромное. Сколько, Вась Васич, у нас? 100 рублей, 100 рублей. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Нам только что дали 100 рублей какие-то мужчины. Все остальные не хотят нам помогать, но мы не сдаемся. Я тосковал о тебе минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. О, Катюша запела. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка. И у любви у нашей села батарейка. Мы новое реалити-шоу, и нам нужно 400 рублей. Батарейка. У вас нет на проезд, пожалуйста, помогите. Батарейка. Сколько? 50. Осталось 350 рублей осталось. Что, нашли бабки? Господи, ну, Катерина, ну, это вот гениально. Вот все бабки. Сколько здесь? 80. Отлично. Ребята, Макс, ты здесь? У нас есть 400 рублей, чтобы проехаться в метро. Да, нам точно хватит. Здравствуйте. У нас беда большая. Вы можете нас всех пропустить? Мы все потерялись. У нас реально ни документов, ни хрена нет. Мы потеряли, у нас один общий багаж был, нам надо проскочить. Нам срочно в центр снимаешь, надо. Зачем? А это я для себя снимаю, потому что чтобы было доказательство, что мы реально потеряли все. Герои! Вы спасибо герои, огромное! Большое! Yes, спасибо! Ребята! Так! Мы сохранили бабки, мы реально в беде. Сколько у нас есть бумаги? Сколько у нас есть денег? Сколько бабла? 300. 300 с чем-то. Не-не-не, подожди, давай доберемся до пункта назначения. Катя! Погнали! О, я ее батарейка. О, я ее батарейка. У нас тут перформанс легкий. Случилось прошлым летом. Впрочем, стоит ли об этом? Ты немножко изменилась. Да и я сменился. Эй! Может быть, все на выгоре. Немножко позабыла, но не страшно, это просто пой, просто пой, просто пой. Ты прекрасней всех, я с тобой.
Короче, мы пришли в парк Горького. Вот тут вот так вот красиво. Ребята ушли вперед. Катерина очень хочет заработать денег. Пипец. Передаем эстафету. Передаем эстафету. Вот, ребята, там пошел. Мы сегодня пришли сюда, чтобы дать небольшой концерт ко Дню Матери. Это наше прекрасное задание. Вот тут с нами мои 6 родственников. Это Лия, Ксю, это Катерина, Безумный Макс и Юрец. Сегодня для вас мы сделаем несколько номеров. И первым номером нашей программы будет мой стих для мам. Всех мам мы поздравляем с Днем Матери. Этот стих я написал буквально вчера. И сейчас я вам его зачитаю. Итак, мамочка, здравствуйте, поздравляем вас, мамочка. С Днем Матери! Сейчас стих для мам. Давай, Вась. Итак. Открыв глаза в этот новый мир, ты взглядом ее встречаешь. И в теплых нежных женских руках любовь ее получаешь. Так дни проходят за днями, ты плачешь, смеешься, мечтаешь. Бывает, злишься местами, но все равно любовь ее получаешь. Она заберет из детсада, портфель твой на плечи набросит и скажет: сынок, с тобой мама, когда тебя девушка бросит. В армейку пришлет передачку, на свадьбе обнимет жену и выпьет за счастье обоих рюмочку водки, да не одну. И где-то на красной горбатке, в старой домашней пижаме, ты счастлив, приехав к любимой, родной и единственной маме. Ура! Праздником, дорогие мамочки, вас мамы! Всех с праздником поздравляю! Праздником, мамы! И вас поздравляю с праздником! Безусловно, любовью пылает, постоянно бывает с тобой. Зачастую ночами рыдает, утешая себя мольбой. Бесконечные думы о чаде, он же кровушка, плоть моя. Если вдруг с ним случится несчастье, это будет моя вина. Мама, мама, звезды подарю. Мама, мама, врага за тебя убью. Мама, мама, за меня не бойся. Мама, мама, прошу, успокойся. Катерина!